Вот еще один метод диагностики. Я просто его во время массажа делаю. Тяжело. Внедряюсь одним пальцем, да, и раскачиваю достаточно сильно, чтобы было видно, достаточно сильно упираясь и пробивая как бы волосистые отростки. Видите? Да, внедряюсь прямо туда. Во-первых, я таким образом его диагностирую, то есть я сразу чувствую, где у него будут зажатости, да, вот эти предгрязные такие маленькие. Или там прям даже вот мышцы бывают, прям вот так аж наползают. Не позвоночник, да. Нет, у него нормально. И заодно я, во-первых, протяжку делаю, да? С узлом. С системой. И вибрацию раскачивания. То есть уже во время этого процесса уже они могут немножко вот так вот выровняться, да, вот эти отростки. Чтобы были вдоль одной оси. Просто по маслу это делается, хотите попробовать? С маслом, да? Давайте немножко масла. Да, вот таким приемом. Добавим. Ну, можно таким, да. Тоже, да. Это, туда уходит. Это уже чувствительность либо всех твоих пальцев, либо одного главного твоего зонда, которым ты щупаешь, да? Я же говорю, некоторые прямо вообще ладонь накладывают, тоже ладонью свою чувствуют. То есть им даже пальцы не надо. Сейчас вот просто попробуйте как бы сбоку это все увидеть. Как толстого человека ощутить? Жирно, прям с салом, и позвоночник вообще не чувствуется. Это уже много раз спрашиваешь, никак. Никак, а как его лечить? Никак. Ну, заставь его сначала похудеть, а потом уже делать. Но он не похудеет. Это уже воздействие. А почему толстый? Ну, пожизненно хочет. Там живот вот так, ну и просто ходит. Ну смотри, жир вот бывает плотный, бывает мягкий жир. Иногда через мягкий жир, в принципе, ты можешь пощупать. Там уже прям... А если совсем там задеревенело все, вообще, там, да? Там бока вот делаешь вот так. Да. У меня тоже есть такие клиенты, они, ну, во-первых, высокие, тут голова висит, там ноги висят больше 2 метров. А с боков еще живот вот так свисает с двух сторон. Это вообще вокруг не крутится. Человек еще может быть мощная надосная связка, которая там в процессе жизни уплотнилась. Вот здесь. Да, да. У таких людей слоны... она уплотняется, ты с ним ничего не сделаешь. Пальцем. У слоны есть слоны. Или все лодки. Нет, пальцем. Перпендикулярно, давай, знаешь, как, давай с другой стороны. Чтобы вот так вот рука у тебя легче шла, вот этим пальцем опираешься. Рядышком, да? Да, и чувствуешь именно подушечки пальца. Я между отростками или на отростках? Между. Между же так. Ну никак, не отростками, между отростками и мышцей. Между ними, вот валик. То есть нет, отростки стоят вот здесь, либо. А, нажимаешь? Да, да, на отросток. То есть сбоку я должен от него находиться. Да, 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 прямо на него, да. Сильно, не сильно, как это? Что ты должен там еще? Насколько сильно, не сильно, ты спрашиваешь у человека. Комфортно ему так или чересчур больно? Как? Ощущение. Пока никак. Нормально. Нормально, значит. Еще вот так вот каждый с двух сторон, да, грубо говоря. Угу. Ну, это уже немножко касается техники самого массажа. Я это массаж. Угу. То есть это диагностика прям во время массажа. Я делаю массаж по половинке. Сначала одну левую часть, обязательно с левой начинаю, потому что это сердце, а потом правую. Ну, это вот там разные школы, разные методики, да. И прямо во время массажа я достаточно быстро прохожу. Вот видишь, он сопротивляется. Значит, я все-таки сильнее, чем ты давлю. Надо где-то поглубже узнать, да? Я прям туда вот. Не надо, сам узнал. И проверяю. Вот. Достаточно быстро, да? А можно, как ты делал, рывками такими? А что мы проверяем? Еще раз говорю. Подушечка пальца, она достаточно чувствительна. И мы видим, где находится с одной стороны проблемка. Да. Как правило, если она с одной стороны есть, то с другой стороны тоже есть. Но она либо может быть выше, либо ниже. Это что значит? Получается, что осистые отростки здесь мышцы растягивают влево, а нижние вправо. И часто бывает, что они, ну, как бы асимметрично, да, вот, если они друг друга расходятся. Мы оцениваем геометрию или мышцу? И то, и другое. И то, и другое, да? Вместе, да. Угу. Видишь или не видишь? Вот прям здесь вообще чувствуется. Тут, да, вот здесь тоже есть эти. Да, и там тоже есть. А, что-то палец болит.
ужас. Вот. Если ты говоришь, да, что тебе удобнее всеми пальцами, с одной стороны, да, ну делай всеми. Я вот просто, у меня так уже. Ну, всеми тоже, да, это как, знаете, как на рояле, это уже больше, ну, шире, как бы, диапазон твой диагностически шире. Да, а вот теперь геометрию, смотри, мы почувствовали вот эти вот, где они были, вот они, да? Прям волна там идет. Да, здесь. И теперь сами сестротростки, вот смотри. Между ними расстояние должно быть одинаковое. Возможно, также надо заметить фломастером, да? И, да, или фломастером, да. На клиенте рисовать не будешь. Не, ну если начинаешь, то, собственно, почему? Не, пока мы обучаемся, а так мы все же. Вообще, все это в процессе настолько ускорено вот будет вот это понимание, да, клиента, что он иногда, иной раз просто пришел, ты уже говоришь, у тебя то-то, то-то, то-то. Так, значит, переходим теперь. Некоторые, знаете, как это делать? Даже не рукой, а ложкой. Вот, вот, с этой стороны. Да. Больше, вот, посмотри. Вот тут. Сейчас я покажу. Что по ощущениям? Ну, тут волна, вот она. Как плотина какая-то. Как перпендикулярно. Да, вот, да, вот это то, что я. Обычно снизу вот так бьет. Больно, когда сильно давишь. Да, вот ложка немножко, она такая вот, маслицем смочили. Немного масла надо, да? Сейчас, отойди. При определенной тренировке, не холодно? Идете и будете чувствовать, где у нее, ну, как бы вот ваша тактильная зона, пальцем, да, и за счет того, что она тут скользкая достаточно, вы будете, не по позвонку, рядом. Вы будете чувствовать, где она как бы цепляется за что-то. Не хватает масла, но побольше. Ну это ладно, это как бы... Отступление такое. Да, такое отступление. Для интереса просто, кому надо. Иногда даже массаж ложками делают. Вот, теперь смотрите, воздействие идет на вот эти сочленения. Простучать его быстренько вот так вот, да? Потом подушечку сделали, как бы упираемся верхними пальцами в позвонок, да? Но не вниз стучим, а стучим мягко в саму подушку. Так ему не больно, да? Видишь? Чтобы немножко мы их подбиваем, как бы вот туда, дополнительно растрясли, да? Дополнительно можно еще там вот эту вибрацию сделать, если до этого не делали, как бы с первого раза начали, да? А потом находите вот эти вот области и начинаете их вдоль позвоночника вертикально, именно снизу вверх. Почему-то некоторые говорят сверху вниз, но бывает там вот до сюда, по крайней мере, можно. Сверху вниз, некоторые вот так вот тоже делают, да? Но я сторонник того, что мы должны делать постоянно декомпрессию. Компрессия – это когда? Под толщей воздушного слоя над нами, да? Под гравитацией у нас все спрессовывается вот в эту сторону, к тазу, да? Мы делаем от таза, соответственно, вот в эту сторону выдыхаем и просим его выдохнуть. Если клиент не понимает сразу, да? Несколько раз почувствуйте, что он дышит правильно, а то некоторые либо слишком долго, либо быстро, либо как-то выдохнули и напряглись. Попросите прям несколько раз там, пока он не поймет. Еще раз. И потом начинается надавливать. Значит, как мы давим? Вот так вот снизу вверх. Как бы такое качание получается. Как удочка качается. То есть воздействие на самом деле идет сразу на 2-3 позвонка. Выше места упора. Упираемся вот нижней частью сюда, ребра ладони. И вот так вот воздействие. Попробуем. Вот. Угу. Да, старайтесь. Движение вверх, да? Движение вверх, конечно, да.
Опытные клиенты, они уже сами знают, не надо говорить, как дышать, что они прям сами начинают уже подпортить. Это удобнее делать, лучше все-таки сверху находясь, не сбоку, да? Потому что не совсем равномерно. Здесь анатомия. Остистые отростки загнуты к тазу. Да, чуть надо толкать их кверху. Да. Снизу вверх. Это тоже, да. Нет, он спрашивает про то, насколько он сам сбоку стоит. Ну, равномерно, да, левая, правая. Да, если ты заметил, я стараюсь перевести свое тело практически на него. Поэтому удобнее делать либо на полу, либо вот сюда коленями залазите, прямо сюда. Ну, вот вы сейчас сделаете. Я думаю, меня стол не выдержит. Вот, и заодно и всем телом веса. У вас получается. Я пока не делаю, ну ладно, давай. Видите, я тоже сначала дохожу до преднапряжения, крайнего состояния, да? И только потом я всем телом толкаю уже. То есть тут у вас дополнительно еще, чем это хорошо, включается не только масса, но и инерция тела включается сюда. Понимаете? Вот, ну легче стало, да? Сказал, все хорошо. Попробуй. Кто хочет попробовать следующий. Ну, на полу можно, да. Сейчас мы просто на пол не будем переходить. Ты торопишься. Поставь, вот так, нащупай, где-то это место, пощупай, да? И когда будешь делать, у тебя вот такой движение будет, еще качающийся ладонями, да. Вот так, туда. Стой. Катерина, давай так, пока мы учимся, ты тоже ему подсказывай, как надо дышать своим дыханием. Вместе вы дышите. Ставь. Можешь не говорить, он, в принципе, знает. Еще раз. Сначала выдохнули, потом нажали. Выдохнули. В принципе, правильно, да. Правильно, да. И немножко с этой стороны можно. Я опять же не рекомендую сверху вниз. Так, попробуй. Там же не принципиально спину как массировать, не завешивать сверху вниз, это только конечности там. Нет, принципиально, да. Давление ваше. Да. Ну, кстати, да, вот давление. Многие говорят, если повышено давление, его можно понизить массажем. Потому что обычно мы делаем снизу вверх, всегда кровь будем к голове. А когда сверху мы делаем, чтобы не пальчиком наверх позвоночника, да? Можно я скажу, да? Да. Обычно массажист задает вопрос, у вас склонность к повышенному или пониженному давлению. Если вы будете, например, к повышенному давлению склонность, и вы будете снизу кверху качать голову, то вы еще больше повысите давление человеку. Соответственно, он себя почувствует хуже. Нет, это понятно, но просто, вот, скажем, вот, у меня там ноги массировали, да, там все время колени. Снизу вверх только. Да? То есть, ну, как бы вот ноги, да, вот, условно, вот таза к пальцам нельзя делать. Ну, конечности, и руки. Конечности, да. А спина, то есть, ну, как бы есть варианты, в зависимости от цели получается. Да, есть варианты, да. Но в основном я всегда делаю снизу вверх. И, а вот еще, вот, как раз... Вопрос по акценту вот этого вот, да? То есть бьем, воздействие должно быть... Нет, не в подушечку. Полностью делаешь лодочку, как будто бы воздух у тебя там. И чуть даже вот загибаешь. Соответственно, я бью сюда, да, а бьешь, приходит... Бьешь в воздушную среду, да. А приходят пальцы... Да, а приходят вверх, да. Получается. Да, чтобы не было удара по осистым отросткам, да. Снизу вверх. Ну вот, нормально, да. Ну, начинает надо, вот где вот начинается кифозная зона, да, вот грудное отдело. Как бы начинается отсюда и пробиваете, и нажатие все отсюда, здесь не жмите. Ну, вот мы их делали как сейчас изучили? Вот так вот, да? Вообще люди делают по-всякому. Можно делать и кулаками. Вот так вот, да? Но тут кулаками чем еще хорошо. И, кстати, вот в это движение я тоже добавляю некоторое вот еще такое вращение. То есть вперед и в сторону, вперед и в сторону. Понимаете, да, чтобы еще больше раскрепостить. Также кулаками. Также и одной ладонью. Есть такие мастера, которые вот зажимают ассистные отростки. Вот здесь вот между подушечками. Кисти свои, да, и они одной ладонью вот так вот действуют.
То есть тут уже как раскладывать руки, по-разному можно. Но я все-таки рекомендую проще и надежнее, когда у вас они лодочкой, да, и расходятся. Просто движение само по себе как бы естественное получается. Далее мы растягиваем его в сторону, вот так вот. Межпозвонковое, реберно-позвоночное сочленение. Первое, наперво, беремся за уголки лопаток. Можно с этой стороны, можно и с этой, собственно говоря, стороны. То же самое дело. Понимаете, главное просто, чтобы ваш вес был находился над ним. Вот я, видите, перенес кожу с тела куда. Но я покажу отсюда, потому что дальше можно еще продолжить раздвижение, раздвигание, да, в стороны. Вот центр к периферии по всему, ну, по всему грудному отделу. Вот еще раз. Уперлись. Нашли вот это напряженное состояние. Просили выдохнуть. Он еще больше расширяет лопатки. Еще раз. И только после этого движение вот такое. Немножко ствол мягкий, прокачивается, прогинается. Опять же, руки накрест, да, чтобы была страховка, чтобы не скользнули. Ну, попробуй. Вот. Когда мы увидели где-то напряжение, да, вот с одной стороны, например, явно больше идет, да, вообще можно с одной стороны прямо поставить кулачок, да, и в ту сторону его провернуть. Опять же, движение снизу вверх, такое с поворотом. Тоже на межреберные. То есть вот этими частями? Да. Да любыми частями. Ну, плоскостями. Уголками. Уголками. Уголками? Да, уголками. Похоже на движение. Да. Сейчас отлично. Вдох. Вдох. А здесь само на растяжение, не от себя. Не от себя в сторону. Да, в сторону. Вот он. Это обратите внимание, как он правильно делает. Он 2-3 раза качнулся, а потом только нажал. Вот это еще лучше. Да. То есть все движения, когда мы помните, вот тут раскачивали, да? Не забывайте, всегда сначала раскачиваем, потом нажмем. Чтобы человек среагировал, да, то есть его подсознание среагировало, что будет нормально. Чтобы он не успел спазмироваться. И у нас вот здесь, да, было? Держаться было где-то здесь, да. Уже все расслабили. Что-то там уже не видно. Вот тут есть, по-моему. А тут с обеих сторон, да, вот скажем? Это надо, да, человек, да, да, еще, да. Так здесь не сверху, вниз, куда он поворачивает? Он поворачивает, нет, снизу вверх, вот туда, в ту сторону. В сторону угла лопатки, ой, плеча. Ну можно смотреть, это вот опять же то же самое можно, чуть-чуть этот камень дойди, вот можно вот так упереться, да, даже со второй ладони, именно с воздействием на, фишу тоже с доворотом, чуть доворачиваю, с воздействием именно на вот сторону угла плеча. Реберно-позвоночное сочленение. В ту сторону ты вращаешь. Туда? Снизу вверх, вот так вот. Сюда? Вы же сказали, туда надо. Не, с другой стороны. Вот так вот. От позвоночника. От позвоночника, снизу вверх. Нормально? Все зависит от того, чтобы, да, иногда вот бывает такое, я прямо чувствую конкретное ребро, да, и именно в него надо очень точно локально попасть, тогда я выставляю вообще один только палец, вот таким зажатием, то есть не как обычно, да, вот всеми уголками, а один поджигибаешь, прям один упирался, и именно одним, им очень жестко, ну извини, сейчас, прямо вот туда вот вдавливаю. Понимаете, то есть, опять же, индивидуально. И попасть надо в ребро, не между ребер, а именно конкретно вот в хрящ, да, грубо говоря? Между ребер. Ты и так, ты почувствуешь сам уже, он упирает. Упирает
И хрящ, наверное, даже упирает хрящ на себя, да, в него именно. Вот. А далее, чтобы опять же вот эти ребра, да, расправить, иногда во время массажа, иногда после, так просто оголяю, чтобы было видно, где мы берем рукой под плечо, вот так вот, да, а желательно его попросить голову прямо в другую сторону, от угла воздействия, прямо в другую сторону, да, извини, затекла уже голова, наверное, да. Вот. А сами давим в трапециевидную мышцу, там, где вот как раз шея заканчивается. Потом на позвоночник чуть ниже. Нет, 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 ни в коем случае на позвоночник. Да, давим вот сюда. Рука чуть у нас сползает в этот момент под локоть. Вот как так висит спокойно, свободно, да? И тут уже ребра растаскиваем подальше, пошире, как бы под лопатку. Как бы мы его грудную клетку стараемся расширить еще больше. И опять же метод воздействия, вы выбираете, либо вы широкой части локтя касаетесь, да, либо прям острый. Ну, в зависимости от клиента, если приходят носороги, то прям не бойтесь, можете прям острием локтя. Я поменяюсь, а то мне уже стрелять. Да? Да. Ну, давай, давай, поменяемся. Да, за косточку там бежит сюда. И мягко, и приятно, да, и все растяжение чувствуешь. И даже кое-где похрустывает. Угу. Раз, два, три, два, правильно. Олег, можно? Буквально два покачивания, да, можно. Я легко. Сейчас вот хорошо выкинем, практически прямые, то есть одна толкает прямо.